Учим дуа салават. Повторяйте точно, как я. Первый раз вы слушаете, как я произношу. Второй раз это предложение вы повторяете. И третий раз повторяете. Начинаем. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Удлиняем только те места, которые удлиняю я. И удваиваем те буквы, которые удваиваю я. Очень внимательно. Старайтесь так же, точно так же повторить, как я. Берите воздух побольше. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Мухаммад. Д надо такую ударную сделать. Мухаммад. Буква Т не читайте. Там буква Д в конце. И ударный надо сделать. Показать в голосе. Дальше. Кама саллейта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Кама саллейта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Еще раз. Кама саллейта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Иннака хамидум маджид. Иннака хамидум маджид. Иннака неправильно. Иннака сразу на ка переходим. Иннака хамидум маджид. Дальше. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Еще раз. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Еще раз. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Дальше. Кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Еще раз. Кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Иннака хамидум маджид. Иннака хамидум Маджид. Иннака хамидум маджид.
Если это видео было вам полезным, поставьте лайк, оставьте свой добрый комментарий, подписывайтесь на канал и ассаляму алейкум.